Салют, меня зовут Надя, ты на моем канале. И сегодня я включаю на этот канал новую рубрику. Она для моих подписчиков, и она будет называться «Обсудим видеоблогера». Сегодня мы будем обсуждать Элли Ди. Но не обсуждать, а как бы говорить о ней. Потому что обсуждать ее не за что. Давайте продолжим. Я сейчас вам покажу ее канал, и вы посмотрите на него. Вот так вот выглядит ее канал. Вот обложка ее канала и вот несколько ее видео. Сейчас я удаляюсь на задний план и буду показывать вам видео. Сначала, наверное, я вас познакомлю с ее каналом. Сейчас. Пытаюсь настроить, чтобы вам было все видно. Трейлер канала. Всем привет, я Элли Ди, а это моя собака Джина. И ты смотришь канал о питомцах Элли Ди Пэтс. Подписывайся прямо сейчас. Потому что только на моем канале ты найдешь видео о всех домашних животных. Кошки, грызуны, кролики, лошади, пернатые, рыбки. И, конечно, очень много видео о собаках. Тебя ждут топы и интересные факты о домашних животных. Полезные советы для хозяев. Покупки и честные обзоры товаров для наших любимцев. А также много челленджей, экспериментов, скетчей и шоу «Гостиница для собак». Я устраиваю прямые эфиры со звонками подписчикам. А еще розыгрыши крутых призов на выбор каждую неделю. И, конечно, много видео о моей жизни с питомцами. Мое утро, один день с собакой, рум-туры и многое другое. Присоединяйся к нам, подписывайся на канал и добро пожаловать! Я подписана на ее канал. И вы сейчас увидели трейлер ее канала. Давайте сейчас видим. Я не знаю, какую вам показать, так что я просто, наверное, нажму Back to School на моем канале. Ура, я иду в школу! Надо торопиться! Я иду в школу! Меня будут там всему учить! Я буду самая умная собака! Всем привет! Я Джина, самая счастливая собака на свете. На улице похолодало как-то. Да уж, кажется, осень наступает. Как сыро под лапами. Скоро меня начнут в одежду кутать. Ой, завтра же 1 сентября, а я портфель еще не собрала. Так, надо собирать портфель. Утка, обязательно ее надо брать с собой. А как же без нее? Игрушка для портировки. Еще тянучку надо не забыть. Мяч обязательно возьму. Вот эту игрушку. Еще надо мячик взять. Вот этот зелененький. Он побольше. И этот красненький мячик. Портфель собрала, а что надеть, не решила. Бандану, наверное, надену. Ну не знаю, как-то не так. Не пойму только, что не так. Красная, яркая. А, поняла. Она слишком спортивная. Ну не ходит же так на торжественную линейку. Позор не оберешься. Мне Элли говорила, что в спортивном надо на прогулки ходить, а про праздники вроде ничего не говорила. Или нормально? Как вы считаете, мне идет? И нормально ли так на линейку прийти? С банданой? Нет, не просто с банданой, а с ярко-красной банданой, чтобы видно меня было издалека прям. Попробую бабочку, что ли? Так, смотрится празднично, конечно. Ну как вам? Мне кажется, лучше. Это же праздник все-таки, надо быть самой красивой. Ну да. Извините, что поставила на паузу, но мы должны продолжать нашу рубрику, а не просто смотреть это видео. Я опять сейчас вернусь к обложке канала. Вот так. И непосредственно начнем общаться о ней. Во-первых, мне нравится этот видеоблогер. Я очень люблю собак, и мне нравится сама подача вот этих вот видео. Они интересные, там распаковочки всякие. Там не было еще ожидания реальность, но это прикольно. Там есть несколько фактов о некоторых породах собак. То есть канал непосредственно именно о собаках и о Элле. Но о Элле будет чуть-чуть другой канал. Это вот этот вот канал. Вот этот вот канал. Там она рассказывает как бы вообще про ее жизнь. Угу. Тут и всякие видео. Но этот канал не очень интересен по сравнению с Элли Ди Пэтс. Мне нравится этот канал тем, что на нем есть собачка сама. То есть она не просто разговаривает о чем-то, она показывает свою собаку, рассказывает о ней. Как вы видите, здесь много еще чего есть, но я потом это буду вам показывать, и обсуждать мы ее будем так. Вы должны написать
писать в комментариях после того, как, если вы захотите посмотреть этот канал после того, что я вам показала, вы должны написать в комментариях, нравится ли он вам, или вы просто посмотрели и вам было интересно, достаточно интересно. Если он вам не понравился, то ставьте дизлайк этому, точнее ставьте лайк. Те, кто поставит лайк, наверное, они поймут. Я пойму, сколько кому не понравились эти видео, потому что дизлайк я не хочу. Еще этот канал очень познавательный, как бы. Если вот здесь вот полистать, то тут есть и самые гигантские собаки там написано. Но вы ничего не видите, у меня плохой планшет. У Элли есть группа ВК. Сейчас мы ее покажем. Вот тут кон. Кстати, в ВК у Элли Ди проходят конкурсы на какие-нибудь вещи для собак. Вот ее миляшные фотографии. Давайте посмотрим. И вам ничего не видно. Сейчас я попробую выключить. Вот. Вам должно быть видно. Все про собак. Сама Элли Ди тоже очень красивая, как бы, ну, все видеоблогеры красивые. И вот сами вот посмотрите канал, пообсуждайте о нем что-то, что-нибудь. У нее есть еще один канал, это про, я не знаю, как это называется, я сейчас вам покажу его. Это вот канал Let's Play. Let's Play Элли Ди. То есть у нее три канала на YouTube. И думаю, один вам точно должен понравиться. У нее было путешествие на лодке. Проплыла она, не помню уже сколько, но было очень много видео про это. Смотреть можно 2 дня, если не отрываясь смотреть на компьютер. Реально говорю, займет неделю, если вы просто отдыхаете, смотря YouTube. Эта рубрика, сразу скажу, она будет не только про видеоблогеров. Мы будем обсуждать и животных видеоблогеров. Так что сегодня мы как раз обсудим собаку Элли Ди. Я, наверное, вам не сказала, как ее зовут. Сейчас подумаю. Давайте вы подумайте, потому что, наверное, вы слышали уже. 1, 2, 3. Говорю, ее зовут Джина. И... тут как бы больше про нее видео. И сейчас я вам, наверное, покажу самые смешные. Например, она тут поет. Есть видео, где она пела. Но я не буду их показывать, это неинтересно. Вот, например, здесь есть видео «Тайная жизнь домашних животных». Я беру самое коротенькое. Ну, хотя они одинаковые по размеру, так что... хотя бы вот это вот. Всем привет! Меня зовут Джина, и я самая счастливая собака на свете. И все благодаря ей, моей хозяйке Элли Ди. В предыдущей серии Элли уходила на целый день, оставив меня одну дома. Что я делала? Уборку наводила, собирала шерсть с дивана и починила детскую коляску. Но Элли пришла, она еще сделала костер, мне кажется, будут шашлыки. Но мне это мало интересно, пока что. Смотрите ролик до конца, будет очень интересно. О, упала. Да. Подождите. Там горит. А, ну ладно, потом потушим. А пока поиграем в мяч. Элли, ты можешь сидеть, но главный мяч мне побросай. Отлично. Классно. Я же Джек Рассел Терьер, такой же, как Макс из мультика «Тайная жизнь домашних животных». Ну и что, что ухо завернулось? Не до него сейчас совсем. Главное это мяч. Да, я еще умею по команде «Отойди, иди задом». А все благодаря тому, что Элли со мной часто играет в мяч. Бросаешь? Не бросает. Бросаешь? Дразнишь? Ловлю! Я могу как Майкл Джексон. Тыц, 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 тыц. Ау, тыц, тыц. Ну давай! Да! Ой, там мяч в грязь улетел. Ну ладно. На, Элли, мяч. Ну и что, что он в слюнях и грязи?
Ну, брось мне какой есть, очень прошу. У меня попа вся в напряжении. Ну, давай, бросай, я уже схожу с ума. Я хочу работать на теннисном корте. Мячи буду приносить, а мне будут вкусняшками платить. Меня по телеку на Олимпиаде будут показывать. Что, угли скоро? Неважно, побросай мяч. Не хочешь брать? Я тебе сама в руку запихну. Кажется, угли готовы. Сейчас Элли мясо понесет, наверное. Может, мне чего перепадет? О, мясо несет. Интересно, что там на ужин? Ничего себе, какой аромат! Сырое мясо даже вкуснее. О, грибочки, отлично. Да-да, клади поближе. Ох, слюна вырабатывается, хоть в баночку собирай. Вкусно! Да не надо мне пальцем, знаю я, что мне грибы нельзя. Мясо на мангале, а я на коленках. Я не люблю быть на ручках, потому что так точно в мяч не поиграешь. Ой, там под забором знакомые собаки гуляют, кажется. Эй, привет, как там дела? Я слышала, наш сосед Алабай вчера штаны кому-то разодрал. Ой, Элли мясо пожарила, кажется. Нельзя отставать. Вкусно-то как. Захожу, захожу. Может, я... Ладно, ладно, пошла на место. Видео и так уже получилось слишком долгим. Вы сами посмотрите продолжение этого видео. И поставьте лайк, если вам понравилась эта рубрика. То есть вы хотите продолжение этой рубрики на канале. Или мне придумать другую рубрику. Ладно, пока всем. До новых встреч!